спиздили. Ну, получается, спиздили цыгане, блядь. Так, ну что, давайте тогда мага возьмем, правда не знаю, кто это. Посмотрим, если что там потом позаходят ребята, поменяем кого-нибудь. Так, сейчас я чуть-чуть пати перемешаю. Так, раз. Я просто так и не вкурил, в чем проблема мне пойти шаманом, когда у нас есть и воид, и столовка, и мораль. И даже нечаянный телдер. И артстайл. Ладно, забил. Но нечаянно менять нельзя, а это сова. Будет а кем это... ты хочешь пойти, энхом? Хилом. Ворох. А эйфорина и лемом? Ну да. Залетай. А кто танчить будет? Столовка? Ну да, он и так всегда МТ. Хорошо, столовка. А с кем он будет танчить? С войдом тогда. Войд, морально. Хорошо, заходи, если тебе хочется пойти шапку. Ну, Войд, ты респектили уже во все, что могли. Это да. Хилу, ретрик. Да, пацаны, печенье, я принесу печенье, мне хотелось. Можно меня тогда куда-нибудь к миликам определить, пожалуйста? Рез же шаманом идет? Да. А нечаянно кот... Это кот, точнее? Это сова. А у него нет кота? Ну, у него есть медведь, но он никакой. Надо его одевать. Ну, сейчас, если шмот за УД завозится, то, я думаю, он оденется. Зайдешь в срез, плюсанешь. Его и не было, миликрита. Он в танке бы шел. Я сейчас на вару зайду. Ладно, что получится, пойдем тогда так. Типа у нас 10 РДД, 8 миликов, 2 танка. Все нормально, стандарт. Ну, в принципе, как бы пойдет. Кто там? А не 11 РДД? Кто 11? Срез. Эйфорина. Срез у нас теперь идет хилом. Эйфорина идет элемом. Вот так вот сделаем. 11. Ну, 11 это даже хорошо. Смотри, если тебе сейчас лидера перекину, перезайду. Да, влети. А рыба есть у кого-то? Я могу ставить рыбу, у меня есть. Я даже... Есть при себе или надо взять? Есть. Все, у Егора тоже есть. Я сейчас перезайду. Ну, артстайл, ты видишь, какой рыбак, ебать, 70 штук есть, нахуй. Это, Кирилл, мы после первого на робота идем сразу, да? Убиваем троих, идем робота бить. Зачем бегать туда-сюда? Тоже сработано. Собрание теперь говорят, что ХМ, это миссия невыполнима, его никто не убивает. Когда надо было пробовать, мы, блядь, пробовали, не получалось, а теперь не получается ни у кого. Класс. Пофиксер, может, еще. Ну что, вроде же писали то, что у всех мобов хп порежут. Да тут не проблема в хп, это проблема в том, что оно, блядь, ебет так, что нахуй шуба заворачивается, блядь. Так а что поменяли?
Ну, теперь шар вот этот, который в конце, когда ты убивал двоих, типа она летела в одну цель, наносила, она теперь летит либо в троих, либо вообще нахуй ебашит по всему рейду. А типа, блядь, если кто-то из этих троих умирает, она там около миллиона с чем-то хилит, блядь, посу. Ну, чё, как... ебашьте шкаф, что ли, или чё, блядь? Машины обычные запустить? Стоим, что-то вала идём вначале. Да, наверное. Сейчас Егор зайдет. Да, запускайте этот, чистите там всю хуйню. Одну машину мне с Егором оставьте. Трофейку. И сумоньтесь. Егор, давай заходи уже, сколько там можно, блядь? Спасибо за сумму. Тыкать. Давайте сумоним каждый свою пати, ускоряемся. Время и так потеряли дохуя. Владимир, можно к тебе? Кого еще сумму ты там дал ранее? Я не вижу, потому что половина рассадилась по машинам, я вообще не понимаю, что происходит. Надо через карту смотреть, походу, блядь. Да все, вроде Женьку. Вроде все тут, кроме Егора. Один кто-нибудь возле шкафа останьте, сейчас Егора присумоним. Стресс, постой тут пока. А вот и Аркадич залетает. Сув, давай в осадку, вот стоит. Егор, сумон пришел? А сейчас? Срез, а ну сумонить ты его, что ты за хуйня? В два раза уже сумон. Сорян, боец, перезагружаю интерфейс. Он типа RL нажал. О, заработал. Пошли, Аркадич. Ту-ту-ту-ту-ту. Короче, да. Просто. Давай, делай настройки. Сука. Я сейчас сделаю настройки, чтобы у меня... Бля, Дискорд работал по голосу, а не нажимать кнопки, потому что это неудобно, блядь. Вот нахуй они сделали, что можно выкидывать людей, блядь, с машины. Это такое очко, блядь. А чё не сел? Да как сел, блядь? Они... Я сидел, типа, на втором месте. Кто-то, блядь, за... Что так, я сейчас активацию по голосу поставил. Посторонних шумов никаких нету? Не, нету. Нету. Годится. Только твой. У меня сейчас я кнопку не нажимаю, столовка, поэтому буду пиздеть на тебя без остановки, блядь. Мне ничего не мешает, нахуй. Хорошо. Давай, Егор, садись. Потом настройки сделаешь на ходу. Чё садись, это? Покатаю, блядь. Кирюх, тебя такими темпами, как моего, нахуй, сменщика, блядь, увезут, нахуй, смотри. Да. Я ж рассказывал, он один уже приезжал увозить, нахуй, теперь срёт стоя. У меня кореш, блядь, какую-то соль, блядь, курил на протяжении, нахуй, больше 6 лет, блядь. В дурку увезли, нахуй, недавно. Сменщика, блядь. Печальная история. Да пиздец, стал. Зачем он соль курил? Да я не знаю, там какая-то наркотика. Они с этой солью что только нахуй не делают. И варят ее, блядь, и нюхают, и курят. Эти нарики ебаные, нахуй. Нахуярят этой соли, потом ходят, козу показывают, блядь, ебанаты, блядь. Ну... Я сам не знаю, что такое соль, нахуй, ну типа сказать, какая-то хуйня наркотическая, типа, бля. Да синтетическая знаю, хуйня, она месяцев через, блядь, 8-9 употребления начинают отекать руки, блядь, ноги. Она что-то делает либо с суставами, ну, я так понимаю, что-то с хрящами, потому что, ну, кулаки и стопы, ну, больше всего хрящи воздействуют, то есть пальцы шевелятся, кисти, все остальное, оно начинает это отекать.
Срез, ты же выключил, да, Хартмут? Нарики, короче. Я, да, запускал обычный. Чего? Не агрит, я ничего лишнего. Зачем вы тут башню стреляете туда? Потому что мобы сами кто-то убить их. А, ну тогда убейте, если мобы идут, чтоб не шли. Давайте, надо так по-быстрому сегодня разъебать все это дерьмо до Везакса, а завтра прийти и убить Везакса в Хейме. Если завезут вечером магазин, завтра, соответственно, себе все купить, зачарить, загемить, завтра прийти, Везакса в Хейме забрать и йога потравить. В принципе, вот в таком составе, если мы будем ходить, там 11-12 РДДшников и несколько нормальных миликов, с тем, что если они понерфили, будем убивать. Уезжайте все оттуда, вы ждите тут. Сейчас выйдет утюг, пополним себе энергию и закрываем по фастику и идем. Бля, я по привычке кнопку нахуй нажимаю, чтобы говорить. Есть такое. Владимир, иди чинись. Да сейчас машина все равно сломается. Сейчас сломаются машины, новые сядем. Да я думаю, все едут, а мы стоим. Сейчас снова с салона подъехала, смотри, муха не ебалась. Раз, бля, и все, бля. Я хочу быть помощником разрушителя. Кому можно сесть? Игорь, доваривай красный борщ. Случайно убили, ребят, тут хуйло подошло. Что? Нечаянно убили. А убили-то кого? Нечаянно убили. Получается, блядь, шутейка подъехала за 200, блядь, я только не понял, за 300, блядь, алё, блядь. Что нужно сказать на 300? Давайте хором. 3-4. Ага, Кирюха, такая же шутейка, как и за 200, да? Примерно. Да даже на сотку, мне кажется, не тянет. Давайте садитесь быстрее по машинам, хорош пиздеть. Разрушитель стоит пустой, артстайл, что там не получается? Ты боишься, менжуешься, мотоцикл или машина? Мотоцикл лишь спать хуёво, блядь, нахуй. В машине лучше, блядь. Владимир, езжай к этому. Я надеюсь, квест все взяли, не будет сейчас такое, блядь, я квест не взял, сука. Поделитесь. А, ну я так и, блядь, нахуй знал, нахуй. Поделилась у вас? Да. Берите все квест. Клетка поделилась. Все, кому не пришло, уже есть квест. Все. Чек даю. Женек. Женек, ну что там не получается? Женек, ну блядь, ну ты как всегда, нахуй. Ну еще где-то в грозовой. Блядь. Он АФК, наверное, просто. Он забыл, где вход, Кирюх. Ты не можешь такого быть, он должен помнить, где вход, блядь. Он в поселении дворфов сидит. У Рогутоги, кажется, нет помощника. Это самый гряди. Хадиров делаем. Чё, ты или проснись, или сейчас будет ГП, блядь. Может без него ебануть? Так, вот здесь, походу, вылетел. Да он летит. Чего на него наезжать? Его ж никто не хотел сумонить. Или он на БГ был? Сумонили, блядь. Блядь, мы на сумонили БГ. Всех, 10 минут стояли, блядь. Дон он в дисе. Да я вижу, что он в дисе. Женек, давай быстрей, блядь. С этими БГ, блядь, заебали нахуй. Владимир, езжай на тот угол. Сейчас поломали. Тупо заходишь, ловишь победу. Сиди, 24 человека ждет тебя одного, блядь. Женьёк. Артём, да, будет где-то через минут 40, если будет. Он говорит, у него там на работе какой-то пиздец, блядь. Родина в опасности, блядь. Пизда отражает дураков, а Родина требует героев, блядь. Понимаю. Он что там, зигзагами летает, что ли, блядь?
Реально по карте просто как будто зигзагом идет. Женек, ты не знаешь, где нахуй вход, блядь, в льду, блядь, или что? Ну, давай быстрее, блядь, или тебя сумонить, я не понимаю. Что за хуйня? Его только что сумонил я. ФД, посмотри, может, не скидывалось, забагалось там, что, не? Ты чекал на ФК, наверное? Да я не помню, он влетел, блядь. Он на ФК стоит там. Да не, он как бы летал. Короче, этот, Егор второй, который раздуплялся, пуляйте, которые осадные машины. Ну, скорее не в ключи, кто там сидит со мной. Кто это говорит? Угадайте, кто пришел. У кого метка? Миша, поехал сразу. Тупо без выигрыка. Егор, дай скорость. Женек, в следующий раз это будет соточка ГП за задержку рейда, без обид. Все тут, блядь, никто хуй не забивает, а где-то пропал, блядь. Что там, нога в унитазе застряла или что, не пойму. Ты свое кольцо потерял, Женек. Мощь автоатаки выпал. Автоатаки, блядь. Назвал так хорошо, пиздец. Ой, блядь. Мощь автоатаки, блядь. Перчатка нужна кому-то, нет? Не. Кольчужная, которая с арпой, с хостой. Ну, тут только нахрен, да, мусор. Так, а кто у нас с энчантом в рейде? Отставил тебе, отдам. Попылишь тогда. Дайте шкаф там, звоните, сейчас спекаюсь в танка. Зачем? Ну, третий спек в Долоране меняется. Поставьте шкафчик. Давай, Слава, лети быстрее, спекайся в танка. Сумоньте, я готов. Все, там уже сумонят. Так, ни на ком комбат не забагался, все красиво. Все красиво. Кушайте все рыбу. Раздавайте бафчики. Там лапка, пристабав, каска, кулачок, вся хуйня. Слава, тогда танчишь мелких мобов, а столовка танчишь здоровых. РДДшники играют по большим, милики кливают, соответственно, мелочь. Локи, поставьте по каждой по порталу между этих гарпунов. Как будет заряжаться, соответственно, залетаете сюда и гарпуните эту хуйню. Огурцы стоят, возьмите огурцы, лапку дайте. Угу. Крик на ХП я сейчас завезу. Чек даю. Обосранец, что там у тебя не получается? Он кушать ушел. На 2 минуты. Че, реально что? Ну он школьник, ему 15 лет. Спидран, блядь, пойду покушать минута две, нахуй. Ебать, блядь, пиздец, нахуй. Это спидранер, блядь. Это что, нахуй? Пачку дошика закинуть тебе вместе с дошиком, нахуй, или что это, блядь?
Не, по пачку дошек съедаешь, заливаешь кипятком нам. Потом стоишь и рыгаешь, ебать. У меня такой был, блядь, сука, недоразвитый один типуля, блядь. Я сейчас вспомню. Это 14-й год, военка, блядь. Нас на месяц увезли в лес, нахуй, блядь, в Писаревку, блядь. И типуля, блядь, въебал нахуй две пачки этого дошика сухого, блядь, а потом въебал чашку кофе горячего. Ебать, я такого зеленого типа первый раз в жизни видел. Просто, блядь, стоит, нахуй, будто его зеленкой нахуй ярили, блядь. Ну две много, одной бы нормально было. Что-то меня, говорит, тошнит. Я говорю, да с чего бы это, блядь, почему бы тебя тошнило, нахуй, блядь. Не, тогда вообще завалил. Я думал, он вообще коня нахуй привяжет, блядь. Я говорю, две много, одну надо было, хуй. Это эффект насыщения, да, ебать, тебе захотелось опять жрать, горяченькой воды подпил, то как спирт, ебать, да, кружку дал, а потом воду пьешь, тебя опять кроет, ебать. Сука. Это ужасно, это, я просто себе представил, как он запил кофе, а у него с рта лапша аж полезла. А тебя фантазия, хлещет. Да, хуй с ними, ебать, с ушей, блять, нахуй. Ебать, ну что ты спидран у пацана не состоялся? Уже, блядь, прошло 2 минуты, блядь. Походу, блядь, все-таки ему перехвалил ты его, блядь, что 15 лет, блядь, ему нахуй. Так мамка сказала, наверное, иди халать, ёбнулся со своим Варкрафтом. А он горячий, походу. Может, она ему дала леща, ему въебала и вырубила его, блядь. Может, так, блядь, блядь. Ну погнали без него. Да, блядь, ну это хил. Я понимаю, что там хуй не хилит, но все равно хоть что-то может сделать, блядь. Да, он танцует на раме. Для количества, блядь. Нет, ну танцует, это же нахуенно, это я знаю, блядь. Что Майкл Джей, Миша вылетел. Миша вылетел. Мишаня, это тут, в Дисе? Да тут он. Вы просто, ну, реально не представляете. Я там никогда, наверное, такое не забуду. Говорю ему, давай, хиль, как боженька, давай, хоть что-то делай. Он разворачивает своего балена прямо в лицо моему персонажу. Начинает танцевать, а потом его убивают, прям вот шотают сразу, боссы такие брехерели просто. Все, Миша тут. Так, давайте еще раз чек даю. Да. Мишаня тут, без обосранца, блядь, я, если что, блядь, я думаю, с моим без него, я запускаю. Если вайпанемся, ГП вхуярит. Столовка, это твой? Эти, Слава, твои. Напуливайте в Славика. Оху, войско, что, сейчас стёжинули, что ли? Бомжей никто не давайте. Кто дал бомжей? Там уже, да. Да, блядь. Косты сбивайте, дайте туда станчик коровий, блядь. Служи, выводите. Выводите, служи, косты по возможности. Или точечно сбивайте, или мастанчик там подкиньте. Ну что, Димон, 4 куска Т-8 красиво на Ритрика, блядь, тащит. Шамана прохил. Смотрите внимательно за костами. Говорю, сбивайте, они бьют больно, эти пидорасты молнии. Так, там два гарпуна уже зарядили. Сейчас вот этот трэш убиваем. И будет... Сейчас третий зарядится. Я думаю, после этого трэша будет как раз гарпун. Напуливаем в Славу. Еще на пул. Слава, забери одного. Садись быстрей. Вылазь, да. По боссу поехали. Слава, собирай трэш, подводи сюда, если это небольшой. Если большой, столовка, отведи ее в сторону просто.
Что-то слабенько вы бьете, пацаны, блядь. Заезжайте, по-моему, в РДДшники. Напуливайте на славу. РДД, по-большому заезжайте. Напуливайте, напуливайте. Блять, проебал, опять глиф не поменял. Так, РДД, это ваш? Второй тоже. Это тоже ваш. Третий тоже. Третий тоже. Сводите в троих этих мобов и просто РДДшники ауехать, заливайте их. Пока не крутятся, можем и милики побить. Крутиться на хоть шнут, выходите. Выходите, но по 7 как расшит, ну его нахуй, блядь. Столовку-то не жалко, блядь, он уже старый, блядь. Сади, 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 быстрей. Алло. Потом. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, звоню телефон, блядь. Не хотите установить солнечную электростанцию для вашего дома? Ты ебанулась, нахуй, в квартире живу, блядь. Это все нормально. Чисто проводку выдрал. А вот тут такой вопрос. А вы установить хотите? Все равно. Я теплый, нахуй, с этих вопросов, блядь, ебанутый. У меня 12-этажка, в которой нету вообще газа, нахуй, у нас тут все электричество, блядь. Хотите, блядь, электростанцию установить? Да. Напуливайте миляк сразу. Три пака мелких вышло, больших. Теперь тебе звонят? Такой, я не хочу, но у меня есть знакомый, который хочет, да. А, записывайте номер мой, диктуйте вы, да? Арчибальда нету, смекалки нету, груди нету, блядь. Что за хуйня, алё, блядь. Они, может, тоже на БК? Ну, смекалка мне писал, я же говорю, что он уезжает куда-то. РДД, заезжайте по мобу, блядь, столовку води, вот только через рейд не води, вот он сейчас закрутит, хуево будет. Смекалка мне писал, блядь, что он куда-то уезжает. И, блядь, вроде будет как там, типа, через... Ну, типа, сегодня должен быть. Но что-то не пошло, блядь. Арчибальд там тоже под вопросом. Уйдет он, а БК не уйдет. Ну, блядь, он сказал, что, типа, вначале не хочу, потом не знаю. Срез встанешь сам? Срез, ты тут? Не берите его пока. Ну, вылетел, да? Да хер его знает. Ну, там что-то телефон позвонил, блядь. Да, это сервисник, компьютер мой этот, короче. А, ком твой починили? Не, не починили, короче, там что-то мать загнулась. Говорится, или мост, или BIOS летел. Купить проще, но. Сади босса. Быстро, нет, быстро, быстро.
Если сможет отремонтировать за адекватную цену, лучше пусть ремонтируют. Нету таких наличий материнов. Напуливайте сразу в столовку все. Он будет первый водить. Сейчас она активно становится. Геру, давайте. Забирай, Слава, на нем 3 стака. Женек, что, блядь, не получилось, нахуй? Зеленка не нажалась, блядь. Почему я этого ждал? Лужа не увиделась. Ну что там, блядь, нахуй? Ну как так, блядь? Не повезло, не фартануло. Шаровая молния залетела в квартиру, уебала тебя или шо? Блять, Женек, ну блять, такого даже я не предполагал, блять. Зато честно, блять, нахуй. Правильно? Он печаль на танка. Печаль на танка? Это хорошо. Ебало! Кузнечное дело, холлипаловский ступню, которая уже нахуй всех есть, да? Нет у меня такого рецепта. Да они тебе нахуй не нужны, ты нихуя не крафтишь, не приносишь бабок в гильдию, блядь. В гильдию бабок, нахуй. Рецепт в тебя рецепта сколько закинули, сколько ты продал, блядь? Ну сколько. Класс, вот это, блядь, бизнес называется, блядь. Топово, да? Ты так умеешь? Просто миллионер, нахуй, блядь. А то, блядь. Я закину в банк, потом разберемся, блядь. Кто, блядь, кому отдать? Так, печать. На... Это на танка, да? Да. Это божественная буря, блядь. Какого нахуй танка, блядь? На бурю, блядь. Ты говоришь, что сказал там печать. А я не, манускрипт. Ну, я так понимаю, что он... Никому не нужен, нахуй. А что, он для PvP или для чего? Вот это чистая хуйня, я не знаю. Арстал, я тебе отдаю, распылишь потом. Так, вот это, а вот это на танка, да? Нет. Если ДКшно, то да. Да. Столовка, держи. А это БОЕ штаны. Это БОЕ. Я знаю, знаю. Егор, вправо покаяние, как обычно по классике, хуярим левого все. Пуляйте, пуляйте. Все, заезжайте по звездочке резко. Сука. Истерию кидаю, блядь. Запакую всех. Я охуею, блядь. Да, его и нету. Кидай истерию. Сейчас я скажу, в кого. Либо в мутика, либо в ханта. Те, кто будут напуливать, чтобы напуливали нормально. Омега хорошо ДПС выдает. Ну хорошо, давай по роке, пускай дамажит. Амига. Сделай ник нормальный, блять. Амига, блять, чтоб тебя могли читать, блять. Я нихуя не пойму, блять. Мига, блять, какой-то нахуй. Мипа, блять. Мега. Она как говорит, блять. Мига, блять. Мы ж безграмотным долбоёбом, мы не знаем английского, алё, блядь. Переводчиком работал, я знаю. Мне всё, что надо знать на работе из английского, я должен только говорить «You have посвидка», а он мне говорит «Yes», я говорю «Good, Вальдемар, давай нахуй сюда, всё, блядь». Давай, а чё давай? Посвидку. Бабки?
Посветка это типа, стойте, не бегите никуда, прохиливайте это дерьмо или сядьте покушайте, пока стаки слетят. Посветка это типа паспорт, который выдается на временное проживание на территории Украины. Для иностранцев. А Вальдемар это что? Вальдемар это я просто всех так называю, блядь. Мне похую, как его зовут, а мне все Вальдемары. Давай. Ну так не получится в ханту, это дваром все прям позбивать, я в фурике, блядь. Следующий вот. Собью. Там погрипайте как-нибудь по кругу, блядь. Сейчас я собьюсь, этот. Мораль грипп на готове тогда, чё? Я уже грипнул первый. Женёк. Гриппой. Ретрики по очереди могут стану. Что это за анимация была? Вульперская. Ну, не платье уже очка. Следующий собью. Ты уже шли свой раз и стан. Сбил? Прикольно, ну, блядь, я чаржнулся, оно не сбило. Класс, блядь. Поповый нах. Подожди, нягры, ресните людей. Там нихера нету смобов, интересно, не упало, блядь. Не, зеленка одна голубая какая-то. Давайте без этой хуйни. Маме помогу, папе помогу. 2 минуты отойду, блядь. Давайте после рейда будем отходить. Что, забанит кто-то лох одного? Да-да-да. Звездочку забаньте, второго пуляйте. Собью первый. Собью второй. Прыгает, сука. Да пусть прыгает, блядь. Судорога, что ли, блядь? Вневременное сокращение матки, блядь. Угу. Маточное сокращение, блядь. Да. Так, сейчас чаржу собью. Ебой. Что-то не пошло, пацаны, блядь. У меня КД. Зато летаем как красиво, блядь. Улёк. Слава, собирай четверых. На пулы все дайте по столовке и по Славе. Слава, забери. Он ходит в рейд, мерзавец. Кливает я это дерьмо. Пока их кливайте, я быстро в Даларан сбегаю, сокет, говорю, блядь. Глиф поменяю, блядь. Давай. Сейчас все получится. Там мне Саид, блядь, этот нахуй на казнь. Мне надо кливать, блядь, больше, нахуй. Это чистая хуйня, блядь. Если мобов добили, поставьте шкаф, суммоните, пожалуйста. Без тебя не получается добить. Надо стараться, блядь. Пытаемся. Сейчас я с банка саппортов на всякий случай возьму. Будет саппортов наделать. Позаканчивались уже, блядь. Слышь, пацаны, смотрите, моб до сих пор прыгает, нах.
что за хуйня, блядь? Чё, ты на ком, на боссе или на трэше? Не, столовка пускай водит, ты на трэше побудешь. Угу. Кушайте рыбу, рыба стоит. А у кого-то есть аддон, который отслеживает фласки? У меня есть. Ну да, ассиста попробую почекнуть. Если появится надпись, то должно быть есть. Во. А на магии нету фласки? А что не получается маг с флаской? Они с собой, да? Тебе дать? Который давай по делу. Так пей. Да я на хп уже выпил. Да не ты. Ну потом. Бахните инту, давайте будем начинать. Время теряем, дохуя стоим. Асмодей, Венесса. Венесса. Даш. Все были готовы, столовка пуляй. Все на полы в столовку. Геру. Миша, твой первая сакра. Вой, твоя вторая. Егор, твоя третья. Я понял. Я на коне, типа, баг какой-то, да? Да, это нормально. Стоп-каст, стоп-каст. Хотел с фугами, узнал такую фичу. Если, короче, у паладина есть мастер аур, и на нем аура, которая кастерская, и он прожимает мастер аур, и тогда не подбрасывает весь рейд вообще. Ну, есть такое. Посмотрим. Раскалить. У артстайла есть мапа, посмотрим. Ну, потому что ему нужно ауру переключить будет. Войд, стоп-каст, твоя. Егор, твоя следующая. Как мах отъехал? Разберусь. Хочу какать Бейрову. Сразу мага забафали, каска, лапа, пристабаф. Стоп-каст, Егор Сакра. Меня в ковш забрало, хилим. Миша, Ладомир, сколько до сакры у тебя осталось? Где-то минута? В воду заводи его, он уже красный. Вася, подними, хочу какать. Значит, Миша, ты следующий сакру даешь. По друиду тоже бафы обновили. Каска, лапа, пристабав. Стоп, каст. Венесса, дай гимна хп. Что-то залупов с прохилом. Отведи дальше, блять. У нас уже, блядь, БР один остался. Груди нету, блядь. Некому, блядь, хилить, нахуй. Миша один не вывозит с Васей. Нечаянно поднимай лока. Васю хилим. Ты не куча говорим. По локу тоже. По локу бафы дайте. Каска, лапа, пристабав.
На следующую откадешилась у меня. Да, сейчас твой под стопка задаешь сокру. Рогу хилим, не проебывайте людей в ковше. Стоп-каст, сакра. Ага, не сдай гимна хп. Ага, меня поймали. Хорошо, Егор, дай гимна хп. Да, я знаю, Егор. Там хватает трех друг за другом давать. Сейчас дашь под стоп. Венесу хилим. Стоп-каст, сакра. Дам на следующем касте гимн. Хорошо. Там у Миши должна быть сакра. Миша, дашь сакру тогда и гимн под, на хп. Дайте мазбаф. Это по ком? Стоп-каст. По локу. Я же говорил дать. Или ты опять умирал? Нет, не дали. Ну я два раза пристабав дал. Пристабав есть, лапки до сих пор нет. Да добили уже. Он банально применял. Триня походу сосать, блять, да? Хорошая. В принципе, голова тоже на хунта. Че, робота в ретрикане, да? Ну, сейчас трэш потанчим, потом разберемся. Так. Башка. Кольцо, плечи. Башка никому не нужна? Дима, распылишь тогда, потом в банк осколки позакидываешь. Так, плечи. На мэй никто не тыкает, на успек. Чё ты, забери компакт-обота туда, к стенке. Слышишь, лок? Лок, который АВСО, вот этот. У тебя ЕПГП вообще стоит аддон? Да, стоит, я забыл его включить. Понял. Сейчас включу. Пока они разбираются, слева возьмите, согрейте. Что там компакт? Чё, блядь? Компакт-обот. Но. Вот туда его, к стенке, кто и отведи. Он, чтобы не чажился в рейд. Ну там, где он стоит, то бишь. Да, ну чутка туда, но. Но. А я сюда подкину этих. А зачем так все усложнять туда, к стенке? Ну он не будет чаржиться в рейд, понимаешь? Ну я понял. Когда зачем спрашиваешь, я понял. Ну, ну типа, блядь, туда к стенке, я ебу куда туда к стенке, ну. Там, где ладно, стоит. Ладно, этих петухов тогда агри. Агрите, время идет, алло, давайте, пока там Гавайи разбираются, давайте агрите. Я уже сам подбегаю, вы там, я думал, уже, блядь, убили пак один. Ну, тям трезину. По технику заезжаем сразу. Пейте-ка, похуй, да. Второго техника сюда. Он у меня. А нету под нахуй. Притяжку для как какие-нибудь заните. Грипните его сюда, вытащите. Только туда, к боссу, не надо отходить. Уйдите нахуй туда, Валоя, какой молодец, блядь. Нахуй вы туда отходите. Вам места слева мало, блядь, или что?
Сейчас босса, блядь, запулить и будем как долбойбы бегать вайпаться, блядь. Ну похуй. Широкий, блядь, сильно. Да, нахуй. Хорош, блядь. Вставайте, летите. Портал прям рядом. Мобов там почекайте, может что-то выпадет, блядь, интересное. Сколько там легло, блядь? Давайте потихоньку. Что значит потихоньку? Двоих пуляйте, того от здорового вот этого столовка хватай и отворачивай туда, или ты слава. Давай столовка, пуляй вот этих, слава тех уберет. Техника, все заезжаем сразу. Выводи, выводи. Точно так же техника сюда, грипните одного. Еще. Еще дальше тянет. Играйте РДД по звездочке. Стан ему дайте. Железяки. Подбивайте тех, кто умирал, и Егор рыбу поставил, кушайте все рыбу. Все как обычно, делаем хаймод. На 79, на 78% стопнем. Подождем откат 3, 20 секунд, и потом заедем красиво по сердцу. ДПС, я думаю, хватит нам с головой. Это, блядь, не первый рейд, где мы там, блядь, старались, нахуй, перевести. Кушайте рыбу, проверяйте бафы, кому что не хватает, или говорите, или пишите. Артём. Лок, ты готов?